Здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем в Майнкрафте проходить карту «Забытая Россия», которая жутко лагает. Короче говоря, автор сказал мне, что вот эта хвоя, которая выпала мне в руки, и я не знал, что с ней делать, она должна была, на самом деле, упасть на плиту, которая должна была выдать мне книгу, где находится завещание то. И сейчас он мне скинул, короче, текст. Я уже, поскольку в другой части карты, я не могу вернуться туда. Он мне скинул скриншоты из книги с этим завещанием. Сейчас мы его прочитаем. Я, Николай Дорынин, передаю свой Volkswagen Golf своему внуку Алексею Дорынину. Также все свои драгоценности передаю своей жене Виктории Дорыниной. А своему сыну Виктору Дорынину я передаю дом в Иркутской, Московской и Новосибирских областях. Пожалуйста, кто это читает, ничего моему сыну не отдавайте. Он монстр, он загубил множество невинных жизней, он разрушил 5 детских садов и 15 школ, чтобы построить торговые центры. Все дома, которые я якобы передаю ему, я передаю своей жене, а этому монстру я ничего не оставлю. Вот, и, собственно, мы его замочили, поэтому. В общем-то говоря... Что у нас на этой карте? У нас еще задания должны быть. 3 по счету. 4. А первые 2 были на прошлой части города, поэтому начнем здесь. На всякий случай я снова буду ставить спаунпоинты, потому что... Автор карты не рассчитал тот факт, что здесь мы будем умирать. А из-за того, что лагает, мы точно умираем, к сожалению. Поэтому приходится ставить спаунпоинты, потому что он их не ставил. Сказал, в следующих картах будет ставить теперь. Незнакомец, Николай. Здравствуйте, я Макс, вам что-нибудь нужно? Я Николай, я 2 недели... Я 3 недели назад закончил морскую службу, и я привез драгоценный камень в одном рюкзаке, но его украли. Можете, пожалуйста, его принести? Да, конечно, ждите тут. Да, даже не спросил, кто украл и когда. И где кого искать. Ой. И как... А почему я тут вообще оказался? И как выбраться отсюда? Мне кажется, этого не должно было здесь быть. Вы супостат лютые. Отведайте силки скорострельный. Ну что ты так лагаешь, а? Ну что ж такое? Все, кто воруют, все стреляют. Все бандиты, все преступники, которых мы должны расстреливать. Старый нахал. Что у нас здесь? Level 3 кейкард. Оружие, кстати, можно было использовать в тюрьме, из которой мы выбирались. Однако я этого, видимо, не понял, потому что там, видимо, у Лехи только оружие отобрали. А у нас типа нет. Да что ты... За картиной ничего нету? Есть.
Говорю ж, подозрительная картина. Так, да что ж такое, что лагает? Так, ну-ка. Рюкзак. Задание завершено. Теперь сюда никто не войдет. Карту, потому что я оставил там. А в рюкзак... Ух ты, какие драгоценности. Может быть, себе немножко забрать? Да нет. Из чужой сумки добро брать. Это большой... Это же большой грех! Держите, вот ваш рюкзак. И я вижу, вы с российским флагом ходите. Молодец, я таких уважаю. Любите Россию, молодцы. Спасибо, что такие люди существуют. Хотя, что я говорю, полно таких людей в России, полно. Но, к сожалению, есть те, которые как-то... А, ладно, короче, не будем об этом. Сейчас миссия незнакомцев 4. Незнакомец Игорь. Здравствуйте, а вы не интересуетесь поисками золота? Нет, а что? Меня зовут Игорь, я искатель золота, я уже несколько месяцев не могу найти осколки золотого слитка, который очень ценный. А, меня Максим зовут. И ну что, надо чем помочь? Ну, мне кажется, они разбросаны по всему городу. Пожалуйста, соберите их и сделайте из них слиток. Отнесите мне, я вам очень щедро заплачу. Ну что ж, давайте. Давайте. По всему. А вы начали квест «Золотой слиток». Найдите 10 осколков золотого слитка и получите... Получитель. Специальное задание. Осколки можно найти по гравию. Ясно, ну как в предыдущей части города. Так, вон там один лежит. И наверняка после того, как я последний соберу по счету. Вот уже третий, хотя я на самом деле это только первый. Мне как бы выдадут... Засчитают, что я уже... Все. Вторая часть города. А это что, первая, что ли? По-моему, это и есть вторая часть. Там еще один. У наркомана в доме откуда-то есть золото. Вот, вот его бы взял и купил бы себе что-нибудь нормальное, а не наркотики. Жаль, не, нельзя убить. Облегчил бы ему. Избавил бы его бы уже от страданий. Блин, я компаратор что-то там активировал. 4, а на самом деле 3. Парк аттракционов какой-то. Ну что ты лагаешь? Ну я так не могу. Вон еще гравий. Два. Там раздатчик, из него что-то выпасть должно, я так полагаю. Так, там я уже был. Только что. Здравствуйте, у вас можно Биг Мак покупать. Но денег у меня нету, и добыть их негде было. Житель. Вали из моего дома. Да, конечно, валю. Тем более, у тебя ничего пожрать нет. Вали из моего дома. А что, нельзя было поздороваться хотя бы? Может, я по делу кому-то зашел? Что вы здесь делаете? Ну вот, этот повежливее хотя бы. Да ничего, думаю. Пытаюсь золото найти. Еще житель. Вы кто такой? Я? Искатель золота. Но у вас его, похоже, нету. До свидания. Да.
А может быть, в этом многоэтажке есть золото? Есть. 6. А на самом деле 5. Я нашел. Вряд ли на верхних этажах есть золото, но все равно проверим. Может быть, есть что-то ценное наверху. Ну, в магазине продуктов или одежды может, наверное, быть. Я только половину ведь нашел. Здесь нету золота. А здесь? Здесь нету. Давайте сменим одежду. Нет, я не хочу это, я хочу вот это. Капитан Максимадзе. Капитан Алекс, вернее даже. Где еще золото? Где еще золото? Я больше тут не вижу. Здесь были, только уже. Может быть, за этой есть. Да. Осталось еще 4. Но вот где они? Если вы нагулялись. Но мне, возможно, надо. Туда. Кофига. Точно ли мне здесь вот только надо искать это дело или нет? Да, здесь. Все правильно я делаю. Что здесь? Цветочный магазин. Есть цветы, но зачем они мне нужны? Мне золото надо. Золото здесь нету. По домам тоже придется посмотреть. А у него золото есть. О, этот поздоровался. Спасибо за золото. Этот молодец, этот поздоровался. Хороший чел. О, еще. 8, а у меня 9 уже. Осталось еще один. Не здесь он. И не здесь. Где же он? И не здесь. Вон он. Вы добыли все осколки золота, теперь вам доступен специальный квест. Так, ладно, относим туда.
Если вы собрали все осколки золота, золотой слиток. Хорошо, типа я это типа я сделал. Спасибо, что вы собрали слиток. Положите его в сундук и заберите награду. Ух ты, не соврал. Действительно, она это тоже твое пусть будет. 10 000 заплатил нам. 10 000, обалдеть. Впечатляюще, впечатляюще. Если вы нагулялись. Недостаточно валюты. А такими деньгами я не могу, значит, рассчитаться. Именно сотки должны быть обязательно. Есть еще какие-нибудь кнопки, которые я не нажал? Это пройдено. Если вы нагулялись, финал. Я за картой. Какого фига? Меня телепортануть же должно куда-то, да? Я надеюсь, меня телепортанет сейчас куда-нибудь, потому что я уже натыкался на такое место, где я заспаунился и ничего не происходило. Но произошло только через несколько, где-то через минуту, наверное. Ну что ж, ждем, ждем. Надеюсь, что что-то сейчас произойдет. Но ну, долго мне еще ждать, а? Полечу опять туда. Все места, которые я... Вот здесь, кстати, я должен был сюда войти. Хвоя должна была открыть мне дверь, в которой вот, пожалуйста, вот это самое завещание. Все места, которые я побывал, я тут везде был уже. А, во, наконец-то прогрузилось. Только сейчас прогрузилось. И у меня дико лагает. Что он тут делает? Макс, про наши дела разузнала полиция. Они нас убить хотят. Кажется, они уже приехали, так что пошли за мной. И я опять попал сюда. И сейчас опять долго ждать придется, что ли? Какого фига так долго приходится ждать?
Это из-за того, что так лагает, или просто в карте какие-то изъяны, которые долго заставляют ждать? Ну, видите, скорее всего, от того, что лагает. Это так. Я других вариантов не наблюдаю никаких. Ладно, я буду просто бегать и ждать, пока что-то активируется. Просто в кирпичную стену, короче, смотрим. Вот так. Уберем инвентарь. Давайте, давайте, я уже заколебался ждать. Сколько мне минут ждать это надо? Да. Что не так с этой картой, я не понимаю. Сколько мне еще ждать? И сколько мне еще придется так раз будет ждать? Вернее, нужно ли в принципе? Давайте, давайте. Карта, которую я прохожу. Можно быстрее. Я уже заколебался ждать. Куда меня телепортануть должно? И вообще, кстати, почему я перед телепортом на новую миссию попадаю вон в то место, где я за картой? Для чего это нужно было, я не понимаю. Просто не понимаю. Вообще не понимаю. Ху-ху-ху-ху. Наверное, придется вырезать эти моменты, потому что, ну, это трындец какой-то вообще. Так, я, наверное, я креатив опять, наверное, включу. По-моему, когда я его включал, по-моему, все стало побыстрее загружаться. Просто летаем, карту смотрим. Не знаю, чего-то ждем. О, наконец-то. Дождался. Дождался, блин. Макс, мне кажется, что нас шакал сдал. И что ты предлагаешь? Я знаю, где его примерное местоположение. Едь туда и убей его. А я позвоню Грише, он обеспечит, чтобы нас вывели из России. Грише, полное ТВ, что ли? Ай, господи, я приехал, короче. Вот. Вот он, наконец-то, шакал. Иди на гандал. Иди, тварь, шакал! Я это точно запикаю. Я мем просто повторил. Главное, ни в коем случае не забыть это сделать, бля. Если я убил шакала, меня... Я вот... Вот не дай бог, меня опять телепортанет в то место и... Ну, конечно, я опять сейчас буду ждать полчаса. Автор, скажи мне, нахрена ты так сделал, а? Нахрена? Почему нельзя телепортировать сразу, а нужно сначала там появляться? Ладно, летаю по карте, жду, когда что-то произойдет. Видимо, когда я летаю, прогружается все быстрее. Хорошая концовка. А, есть еще какая-то? Хорошая концовка.
Думаю, хорошо, что я убил шакала, друг Леха отвез нас в Грузию, и теперь мы живем там даже, что мы с Лехой больше, чем друзья. Шучу, конечно, я не гей. Да, ваш режим выживания. А, это я сам изменил. Большое спасибо за прохождение моей карты. Отдельная благодарность блогеру Максимадзе. Мне очень нравится делать карты для тебя. Ну, я в Грузию, конечно, ехать не собираюсь. Но эту лагучую карту пора взрывать. Пора взрывать, но я не буду, наверное, слишком долго это делать, чтобы не переутруждать себя. Слишком уж огромная карта, и она дико лагает. С этими модами еще, видимо, связано. Давайте этот дом, короче, расхреначим. Ну, капец, лагает. Это ужас просто, я не могу. Не, слушайте, знаете что? Извините, я не буду ничего взрывать, и это невыносимо просто с такими лагами это делать. Я, короче, посмотрю просто вон туда и просто скажу, что карте я оставлю плюсик, хорошая карта с неплохим сюжетом, но некоторые вещи немножко стоит еще доработать. А так, в принципе, мне понравилось, не понравилось только вот то, что лагает очень сильно. Но это, видимо, связано с моим, но это с моим компьютером связано, а не с картой самой. В общем, спасибо за просмотр. С вас и кус подписывайтесь с меня эпичные видосы. Если вы делаете карты по Майнкрафту, то присылайте их мне. Посмотрим, может быть, сыграю вашу карту. Тоже сниму видео. Но старайтесь подходить к картам со старанием. На сегодня, собственно говоря, мы заканчиваем прохождение. Подписывайтесь на влоговый канал Свадьбу ВКонтакте и на Дзен на всякий случай подписывайтесь. И всем пока.